Всех приветствую на канале Фалеристика СССР. Подписывайтесь на канал. Сегодня ходил на почту, отправлял посылочки. И в отделение прикупил такие. Магнитик такой. 30 гривен. На холодильничек. Такая вот открыточка. Тираж. 200 тысяч штук, 15 гривен, и вот такие вот наклеечки идут, листочек тоже 15 гривен, у меня есть вот такие вот, вот такая вот открыточка, я его заказывал на Укрпочте, тираж 800 тысяч штук. Такие две, еще одна будет добавиться. Такой вот тут марочки, которые приходили. Видел, такие марки продают, но они дорогие. По 500 гривен за листочек вот такой вот. Будем ждать, пока подешевлеет, может, купим для коллекции. Нет, это не моя тематика собирать такое. Ну а так, пополнение. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.